серьезные новости. Lil Yachty и Nemz, это вот эти популярные западные рэперы, украли трек у нашего, у Обладает. Тант, выглядит так, будто у меня был план. Да, но все так постепенно и план. Дошел сюда сам, не искал этот. Этот трек Обладает, а вот это выпустили ребята вчера. I just told Bo it's us. I hit that one no fuss. Реально украли. Обладает пишет, что он кидал им демку свою год назад, но они ничего не ответили, хотя сами предложили ее скинуть. Запада друг. Какие будут аргументы на этот раз? Уже ставшему легендарным релизу Фараона «Million Dollar Depression» сегодня исполняется 3 года. Кто-то нашел в нем отголоски фосфора, кто-то просто истосковался по злому мрачному Фараону. В общем, я сегодня буду переслушивать. Destroy Lonely, если вы вообще знаете, кто это, в апреле выпускает альбом. Он пишет «April Type Shit». «April» — это по-русски «апрель». Альбом выйдет в апреле. Очень ждем скорейшую русификацию альбома от наших специалистов. Загружай свою музыку на ravion.net. По промокоду стерео халявный косарь.